Ну кто вы? Давайте вас поснимаем, если хотите. Вы в кадры просто лезете, слышь, попадаете в кадры, да? Знаешь, что я тебе скажу? Что? Ты мне с этими кадрами можешь не помочь. А нужно разрешение обязательно, да? Да, прикинь. А по какому закону? Да по такому. По какому? Если где-то, где-то съемки где-то увижу или что-то. Да, да. Извини, то что? То что? Мне твою фамилию, имя, отчество выдай. Ну, то что? То что? Чё? То что, если ты где-то увидишь, то что? Ты не имеешь права. Вы вызовите полицию. Да и... Будешь дальше бейджик прикрывать, как беременный, стоять, за сиську держаться. Что ты стесняешься, что ли, что ты в чопе работаешь? Ну бывает, да, ну не повезло. У меня был тяжелый день, у тебя была тяжелая жизнь. Куда ты пошел-то? Надо же друг друга понять, понимаешь? Мы не имеем права вам показывать. Вы ерунду несете. Это нет. Иди, вы либо поучи, отказываетесь, либо нет. Иди поучи, иди сам поучи. Девушка, ничего ему не показывайте, он вообще не охранник без удостоверения. Идите спокойно. Езжайте. Слышь? За углом послышь. Завис, кажется. Вы мне покажете удостоверение, Владимир Леонидович. Я, иди отсюда. Вон туда. Что? Снимать у нас здесь нельзя. Почему? Да потому. Как так-то? Да вот так, нельзя снимать. Почему? Товары нельзя снимать, никто вообще разрешение не дал. А что, разрешение нужно, да? Не, ну а вы кто? В смысле? А вы кто? Я в первую очередь. Кто? Какая разница? Ну кто вы? Я, это я. Ну кто вы? Давайте вас поснимаю, если хотите. Вы в кадры просто лезете, слышь, попадаете в кадры, да? Знаешь, что я тебе скажу? Что? Ты мне с этими кадрами можешь не помочь. Да? А вы охранник, да? Какая разница? Ну, вы охранник? Какая разница? Ну, большая разница, охранник вы или нет. Да. Удостоверение можно ваше посмотреть? Удостоверение? Да. Будете показывать удостоверение? Что, поприкалываться? Тебе поприкалываться надо? Ты чего ко мне подошел вообще? Я к тебе подходил, нет. Поинтересовался, все. Интересовался. Чего ты мне затираешься? Снимать можно, снимать нельзя. Чего ты запрещаешь мне снимать-то? Скажи мне. На что ссылаешься? Удостоверение покажи свое, охранник. Удостоверение. Я дождусь сегодня, нет? Удостоверение? Да. Слушай, что снимать? Что снимать? Аварию здесь не снимают. А где нельзя снимать? Там нельзя снимать? А здесь можно? Удостоверение-то я дождусь вашего, нет? Ау! Не слышит охранник, оглох, видимо. Снимать, говорит, нельзя. Где нельзя снимать-то? Тут, что ли? Там? Убегает такой. Ну, тю-тю. Подошел, обгадился и все, уходить. Вот он какой, вот что. Оп-оп-оп. Второе подкрепление. Первое, я второе. Я на кассе удивляюсь, таких как вы. Все? Удостоверения не будет, нет? Или будешь дальше бейджик прикрывать? А? Скажи мне. Что? Будешь дальше бейджик прикрывать, как беременный, стоять, за сиську держаться. Удостоверение давай свое, если ты чоп. Ты чоп? Решил подоставать. Что? Решил подоставать. Что подоставать? Я к тебе подходил? Я тебя спросил, что вы сказал. Здесь снимать нельзя. И что? В итоге можно снимать, нет? В итоге? И что это за блядство? В итоге можно снимать, нет? С моей стороны. Что с моей стороны? Что ты пытаешься добиться? Ты что пытаешься добиться? Удостоверение свое. В данный момент. В данный момент я хочу. Вам показать. Что он имеет право? У вас предписание есть, что он вам показал? Да. Покажите. Федеральный закон о частной детективной охранной деятельности. Ну, статья 12.1. Ну, по статье 115 мы не имеем права вам показывать. 115? По-моему, не имеем. Там всего, там сколько, 15 или 18 статей?
Там никакой 115 статьи нет. Если у вас нет ни прописания, если вы не успеете. В общем, чё прысь, правильно? Чё прысь вы? Так? Почему бейджик не виден? А, чё прысь? Скажите мне. Почему не исполняем закон о частной детективной охранной деятельности? Почему пристаем гражданам оскорбительно? С незнанием закона? Почему запрещаем что-то какой вообще тут? С какой стороны было оскорбление? Сейчас, мне оскорбительно, мне оскорбительно, мне оскорбительно то, что охранник ко мне подходит, не знает ни законов, ни прав, что-то мне запрещает. А потом еще как беременный за сиську держится, скрывает свое лицо, чтобы уйти от ответственности за это. Ответственность? Да. А такие как ты, вот сейчас такие, как ты, ты делаешь? Что я делаю? А ты посмотри. Я с тобой общаюсь. Вежливо. Вежливо причем. Вежливо. С бычкой? С какой бычкой? Удостоверение покажи, не будет никакой бычки. Ничего себе с бычкой. Я к тебе подходил, что-то запрещал тебе или что? Я к тебе просто так подошел. Начальник где? Старшую смену зови. А это Леша его зовут? Его Леша зовут? Алексей? Можно вопрос? А вы на каком основании снимали человека? Какого человека? Хотел. Он ко мне подошел. На самом деле он ко мне подошел и начал вести со мной диалог. Поэтому я его снимал. Я фиксировал его, наше с ними общение. Леша! Ты куда пошел? Куда пошел-то? Удостоверение покажи, да и все, вопросов не будет. Что ты стесняешься, что ли, что ты в ЧОПе работаешь? Ну бывает, да, ну не повезло. У меня был тяжелый день, у тебя была тяжелая жизнь. Куда ты пошел-то? Надо же друг друга понять, понимаешь? Взрослый же человек, зачем так делать-то? Алексей, удостоверение, ну что ж ты, куда ж ты пошел-то? Вас как зовут? Видимо, старше по опыту, по званию. Не знаю, как по знаниям. Вам заняться нечем. Это удостоверение вам пусть нечем. Покажет и все. Он вам не имеет я права. К нему подходил. Ну кто? Он ко мне подходил. Ну, гражданин. Кто? Гражданин? Да. Ну, мы не имеем права вам показывать удостоверение. Вы ерунду несете. Это нет. Иди вы либо поучи. Отказываетесь, либо нет. Иди поучи. Иди сам поучи. Как тебе вообще лицензию дали? И второму тоже. О, вот еще один охранник. Охранник. Стойте. Товарищ охранник, вот скажите мне, вот вы тут, судя по всему, самый... Старший по возрасту, да? Не знаю, как по знаниям, сейчас проверим. Обязан ли частный охранник показывать удостоверение гражданам? По требованию. У вас предписание есть? Какое предписание? Вы сотрудник полиции? Не имеем права мы вам вообще показывать удостоверение. Почему? Потому. Почему? Сходи выучи закон, посмотри. Сходи выучи закон, посмотри. Я ссылаюсь на закон, в отличие от вас. Не надо было ко мне подходить, если вы не подготовлены к общению. Так с вами еще не закончили. Товарищ охранник, подтвердите вы свою квалификацию или нет? Обязан ЧОП предъявлять удостоверение по требованию? Всегда? Не всегда. Не всегда. А в каких случаях? В самых необходимых крайних. В самых необходимых крайних. А это как, где определено такое? Скажите мне. Почитай. Шестой отдел. Знаешь, что такое? Шестой отдел? Да. Шестой отдел чего? Вообще шестой отдел. Знаешь, что такое? Шестой мясной отдел какой? Нет. Табачный отдел какой? Нет. А чего? Шестой отдел, это, например, с мафией, с преступностью. С мафией? Бизнес. Знаешь, что такое шестой отдел? Вот оба бывший. Причем тут шестой отдел и закон? Расскажите мне. А мы то же самое касаемся к этому закону. Вы когда лицензию получаете, вы же проходите, правильно? Это тестирование. Вам перед выдачей удостоверения частного охранника или нет? Хочешь. Я хочу узнать, есть ли тут грамотный охранник, хоть один, вообще из вот всего охраны ленты. Ну, есть он тут, нет? Ты хочешь с ним встретиться? Я думал, это вы. Ну так обязан человек показывать? Ну ладно, предъявите мне свое удостоверение, охранника частного. Пискарев Максим. Я ему уже не предъявил. Чего гарант? Ну, отказываетесь или нет? Да, отказываюсь. Все, хорошо. Куда убежал, Лешка? Куда бежишь? Алексей. Так вы отказываетесь мне предъявить удостоверение или нет?
вы меня уже утомили, поэтому я вот, ну, отказывайтесь и все, я пойду. Удостоверение есть у самого? Какое? Мне не нужно с моего удостоверения, мне нужно ваше удостоверение. У тебя конкретно разрешение есть на видеосъемку? Есть? Так ты только что мне сказал, что оно не требуется. Требуется, когда ты частное лицо пытаешься снимать или что-то. Во-первых, у тебя разрешение от этого частного лица есть? А ты частное лицо, что ли? А нет. А нужно разрешение обязательно, да? Да, прикинь. А по какому закону? Да по такому. По какому? По какому? Ну, отказывайся или нет, давай, ну, как-то быстрее, чтобы для тебя и для меня это все закончилось. Для себя закончил. Кого мне закончить? Ты специально доводишь? Чего доводишь, отказываешься или нет? Все, последний вопрос, я тебя даже все, ни о чем больше спрашивать не буду. Отказываешь удостоверение предъявить или нет? Не должен показывать никаких. А я вообще ему ничего не обязан. Вот он тебе советует, а отвечать будешь ты. Если где-то съемку где-то увижу или что-то. Да, да. То что? То что? Мне твою фамилию, имя, отчество выдай. Ну, то что? То что? Чё? То что, если ты где-то увидишь, то что? Ты не имеешь права. Вы вызовите полицию, да если пусть его оформляют. Ну, вот, да, вызовите полицию, да. Честно, он не имеет права не снимать ничего. Ну, как бы сомнительная ситуация, но вызывайте, просто если не имеет права, вызывайте прямо сейчас, пусть оформляют человека. Да, оформите меня, я же правонарушение какое-то совершаю, вас снимаю или нет? За нарушение, есть нарушение, пусть оформляют. Правильно вам человек говорит. Ну так что, отказываетесь показать удостоверение свое, предъявить по моему требованию? Или нет? Алексей, определимся с вами. Ну вы отказываетесь? Нет, меня игнорируете. Опять сиську, сиська болит. У вас что, какое-то заболевание или что? Скорую может вам вызвать. Алексей, вы в порядке? Нормально все, со здоровьем? Как лицензию-то получали? Ваши тесты гоняют сейчас сдавать. Или нет лицензии-то? Чопа. Все, молчим, да? Молчанку играйте. Засухарился. Алексей, все. Завис, кажется. Вы мне покажете удостоверение, Владимир Леонидович. Иди отсюда. Вон туда. Хорош, я работаю. Удостоверение? Покажи. Ну, отказывайтесь, нет? Я все, мне ничего не надо, мне с вами диалог не надо. Описание мне покажи, что я тебе покажу. Ну, короче, отказывайтесь, да? Я тебе не отказываюсь, я тебе как не отказываетесь? Ну, значит, отказывайтесь, правильно? Я тебе не отказываюсь. Господи, пока. Ну вы мне сейчас скажете, я требую у вас отжаться 10 раз. Я вам скажу, отказываюсь, правильно? Нет. Потому что не обязан, правильно? Вы не обязаны, значит, вы отказываетесь, так? Нет, вы отказываетесь, так? Я тебе тоже не обязан. Ну, вы отказываетесь, нет. Я требую у вас, на мое требование ответьте отказом или согласитесь и покажите. Предписание есть? Господи, какое предписание? Давайте напишу вам предписание. Нет. Бумага, ручка есть? Все. Давайте напишу предписание. Иди, короче, иди. Все, да куда давай идти-то? Все, ну, отказывайся, нет. Господи. Девушка, ничего ему не показывайте, он вообще не охранник без удостоверения. Идите спокойно. Езжайте. Слышь? За углом послышь. Ты специально сюда пришел еще провоцировать? Я к вам подходил. У Лёши своего спроси, кто ко мне подошел, я вообще его не трогал. Ты мне будешь сейчас мешать работать. Удостоверение будешь показывать, нет? Ответь мне, отказывайся. Ну не обязан, значит откажись и все, скажи, отказываюсь. Добро пожаловать отсюда. Добро пожаловать отсюда, отлично. Ну что ты будешь делать? Не слушаются, а? Как в детском садике. Ну что с ними делать, а? Понять, простить? Нет, я просто снимал по своим делам, да? Этот ко мне начал подходить и говорит, тут нельзя снимать. Все дела. Ну, все, я спросил, все, кто ты такой для начала, да? Удостоверение. Удостоверение они не обязаны показывать. Я не знаю, как они вообще на частного охранника это сдали. У тебя удостоверение есть? Дом забыл. Есть? Учется? Мама разрешила. Мама разрешила. Мама? Есть разрешение от мамы на съемку. Да. Учиться и учиться. Да. Мама. А можно у вас поучусь? Давайте. Давайте, это сейчас сиську зажму и буду учиться. Да? Ну вот как их таких берут? Ну, всего доброго вам. К вам вопросов нет, вы, я не знаю. Видимо, неравнодушная гражданка.
Ну, потому что интересуетесь, что происходит. Это правильно. Что в этом такого? Ничего, наоборот, хорошо. Примите мою похвалу, как от другого гражданина. Тут много чего происходит. А что именно? Убийство, грабежи? Хорошо. О, все, Лёшка ушел. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, судя по всему, еще один охранник, да? Еще Роман. Один. Роман, здравствуйте. Вот у ваших коллег уже интересовался сегодня, обязан ли частный охранник по требованию гражданина предъявлять удостоверение? Как вы думаете? Удостоверение не обязано. Да. А вот если я требую у вас сейчас предъявить удостоверение, вы мне откажете? Вот есть бейдж. А где бейдж? А удостоверение, кстати, я обязан предъявлять только проверяющему, но не вам. А вот бейдж это что тут? Просто название ЧОПа, старшей смены, Афанасьев Роман. Вы же старшей смены. Тут ни подписи, ни печати, ни вашей фотографии. Что это за бейдж тогда? Роман, ну вы же старшей смены, ну вы же, вас же гоняют сдавать экзамены, правильно, на тесты. И как вы их проходите, если вы не знаете элементарного закона частной детективной охраны деятельности? А вам что вам вообще нужно? Да, давай. Вот, правильно, держитесь. Да. Вы, главное, держитесь. Ну вот, смотрите, я вас долго отвлекать не буду. Объясню вам то, что в соответствии с статьей 12.1 Федерального закона о частной детективной охранной деятельности, который вы должны знать и соблюдать, так же, как и другие законы и конституции, вы обязаны по требованию граждан предъявлять удостоверение. По требованию. Удостоверения нет. Ну, я вам только что сказал. Вот. И на основании этого я требую вас предъявить удостоверение. Служебное. Ну, которое вам в Росгвардии выдавали, там, если вы давно получали в МВД. Ну, сейчас Росгвардия уже выдает лицензию ЧОП. ЧОО. Ну, ЧОПа может быть и Росгвардия, но мне лицензию выдает не Росгвардия. А вы не ЧОП? Мы ЧОП, но мне лицензию я получал не в Росгвардии, а в полиции. В лицензионном. А, ну может быть, вы давно получали просто. Сейчас уже Росгвардия этим занимается. Несколько лет назад. Ну, сейчас последние 2 года так получается. Вот, так я вот у вас требую показать удостоверение свое, чтобы ознакомиться. Зачем? Ознакомиться. Вот хочу узнать, что здесь не бандит стоит, а вот действительно старшей смены Роман. Мое требование основано на законе. Вот. Я вам по секрету скажу, вот в отличие от ваших тут коллег, да, которым я это не говорил, отказ предоставить удостоверение образует административную ответственность. Вот. Возможно, в последующем это будет. Если это будут там некие органы, да, то я предоставлю. А в таком случае, то есть я ж не знаю, для чего оно надо. Может, вы там решите, там, не знаю, там что-то такое, мои данные узнать, чтобы там что-то такое там нехорошее. А на бейджике нет ваших данных, что ли? Ну, бейджик это бейджик, а документ есть документ. Там а бейджик номер, это не как бы номер, все такое. Ну ладно, хорошо, представим ситуацию. Вас задерживают полицейские, вы просите показать удостоверение, а он вам говорит, а вдруг вы что-нибудь сделаете? Нет, полицейские это слуга закона. Ну, то есть, а вы закону не подчиняетесь? Мы подчиняемся закону, но мы не представляем его. А, ну то есть вы можете его нарушать? Не нарушать, нет, не можем. Ну вот я вот сейчас потребовал у вас удостоверение служебное, которое официально статус ЧОП подтверждает. А вы мне его, получается, отказываетесь показать, правильно я понимаю? Ну вы отказываетесь или не отказываетесь? Если будет надобность в этом, я предоставлю. Если это будет не вы будете, а будут некие проверяющие органы. Ну вот мне они очень надо. Они ходят к нам? Можете представить, что я проверяющий орган. Как вам удобно? Удостоверение проверяющего. Дом забыл. Ну, значит, я дом. Не, ну просто, чтобы вам психологически, не знаю, было удобно. Я не знаю, просто какой барьер показать удостоверение. Хотя мое требование основано на законе. Вот. И я просто, что, ко мне обратился охранник тут и стал запрещать мне вести видеосъемку. А на что я от него потребовал удостоверение, а он сказал, не обязан. И вот три еще охранника. Съемку вы, конечно, можете вести, но только не кассовую. Ну, потому что там, как бы, вот, на кассах нет. Не, я же за кассу не захожу. Пожалуйста, вы... Спасибо, что разрешили. Никто вам это не запрещает. Правильно. Уже в этом лучше, ну, уже лучше, да. Просто я вот удивился, то, что вот три сотрудника ЧОПа, да, и все как бы неграмотно, не знают закона. Вот вы
блеснете законом, вы предъявите удостоверение свое? Или у вас его просто с собой нет? Но у меня есть. С собой? Вот он у меня лежит. Зелененькая книжечка, правильно? Да, да, да. Но вы его предъявите или нет? Я вот требую от вас. Не надо, блядь, я это не делаю. Но мне надо, мне очень надо. Видите ли, еще раз говорю, то есть если будет некое там разбирательство, придут проверяющие органы, разумеется, я предоставлю. А если это, кстати, у меня тут будет самое, будут все проверять. Сейчас он вернется, я приду. Да, на связи. Поверьте мне, органы придут. Леша, без удостоверения не приставай никому. Не охранник ты без удостоверения-то. Смотри, вот опять сердце, что ли, сердце у тебя. Ну хватит, хватит, ладно. Че, дай тебе один шанс еще удостоверение-то показать. Нет? Ну вот потом лицензионщиков же плакать будешь, умолять. Не лишайте меня лицензии. Зачем это надо-то? Ой. Эх.